В республике идет второй укос трав, а в некоторых районах уже приступили к уборке овощей. 15 июля на полях республики многолетние травы скошены на площади почти 80 тысяч гектаров. Заготовлено более 66 тысяч тонн зерна. Плановые показатели уже выполнены в 4 районах – Канашском, Козловском, Порецком и Урмарском. Началась уборка капусты, раннего картофеля. В числе лидеров – Козловский район.